19 декабря в Киеве представили программу бесплатного обучения IT-специальностей для переселенцев. Обучением будет заниматься компания Go4IT при поддержке программы развития ООН и правительства Японии. Всего планируется переквалифицировать 240 человек. Участников будут отбирать на основе тестирования и собеседования. Занятия начнутся с 1 февраля 2016 года. Обучение продлится 4 месяца. 160 человек будет обучаться в формате онлайн. В аудиторном формате будут обучаться 50 человек в Харькове и 30 в Запорожье. Заявки принимаются до 25 января. Основное требование для подачи заявки – это справка переселенца и базовые знания компьютера. По словам эксперта проекта программы развития ООН Александры Целищевой, эта программа направлена на поддержку внутренне перемещенных лиц с целью помочь им адаптироваться к новым жизненным условиям и дать возможность получать новую высокооплачиваемую профессию. Власне, однією з проблем переселенців, з якими вони стикаються, коли шукають роботу, є те, що їх попередній досвід роботи, їх кваліфікація, освіта дуже часто не відповідає потребам сучасного ринку праці. В той же час сфера інформаційних технологій, вона розвивається досить швидко і постійно потребує нових фахівців, нових працівників. І ще один аспект – це те, що так званий поріг входу в цю професію, той час, за який можна навчитися володіти навичками і почати працювати, він є достатньо короткий. Власне, ми плануємо, що через 4 місяці, тобто весною, вже більше 400 переселенців зможуть знайти нову роботу і роботу високооплачувану. Переїхали з Донецької, Луганської області, з Криму дуже різні люди. Серед них багато також і прогресивної молоді, яка шукає себе в чомусь новому, яка хоче вчитися чомусь новому. І тут якраз ця програма, ця можливість є дуже затребуваною, дуже популярною серед, насправді не тільки серед молоді, серед людей різного віку. И мы сподіваємося, що вона якраз буде відповідати на ті проблеми, з якими стикаються люди. Как рассказал один из основателей SEO-проекта Go4IT Андрей Пивоваров, переселенцев будут учить не только IT-специальности, а и развивать так называемые soft skills, которые включают в себя самопрезентацию, лидерство, тайм-менеджмент, постановку целей, а также обучение английского языка. Переселенцев будут обучаться фронт-энд разработке, это HTML, CSS и JavaScript. И также, как Александра правильно заметила, мы хотим комплексно подойти к этому процессу, потому что мы заметили, что технических навыков и всегда недостаточно для того, чтобы получить карьеру в IT. Поэтому мы добавили так называемые soft skills или личные качества, которые включают в себя самопрезентацию, лидерство, тайм-менеджмент, постановка целей и тому подобные вещи, чтобы ребята не просто были технически подкованы, но и, скажем так, имели красивую обертку, да, и развитые soft skills. Также будем обучать карьерным навыкам. Это как правильно составить резюме, как правильно оптимизировать свой LinkedIn профайл. Будем проводить с ними симуляцию собеседований, чтобы они были готовы к этому. И также будут английский язык в формате speaking club'ов, но это там наименьшая часть этого проекта. То есть основная это технические навыки, soft skills и карьерное консультирование. То есть по итогу мы получим таких сильных ребят, которые технически подкованы и софт-скильно готовы к тому, чтобы работать в IT-сфере. Но по итогу их обучения у нас есть отдельный карьерный сервис, который будет заниматься их трудоустройством. То есть карьерные консультанты выстраивают отношения с IT-компаниями и предлагают, прежде всего, лучших студентов, да, во второй степени средних и в последнюю очередь тех, кто хуже всего учился, да, на замещение тех вакантных позиций, которые есть в этих компаниях. Thank you.